почему так долго, Сереж? Были нюансы. Все хорошо. Все гладко прошло. Да, можете не переживать. Молодец. Теперь исчезни на некоторое время и со мной не связывайся. Понял? Понял. Все, пока. Спасибо, Аня. Да я никуда не лечу. Все дела отменились. Скоро буду. Полина! Полина! Ты почему все время улыбаешься? Я не улыбаюсь. Не могла представить, что проснешься со старым занудным майором? А ты мог представить, что ты проснешься с классным руководителем твоей дочери, который день знакомства выставил тебя за порог школы? Представить мог. Спасибо тебе за то, что поверила в меня и помогла наладить отношения с дочерью. С этого ведь все и началось. Я удивляюсь, как непредсказуема жизнь. Я должна ехать в Рим. Это не обсуждается. Это очень важно. Ты забыла? Да нет, я все помню. Просто столько всего произошло. Мы не можем сейчас отсюда выбраться. Это опасно. Мам, опасно держать меня здесь? Я умру, если не попаду на этот конкурс. Даже если бы я тебя отпустила, этот точно не отпустит. Мам, ты не понимаешь. Это для меня мега важно. Это я придумала наш номер, понимаешь? Я сама. И тетя Поля пообещала. А, ну, если тетя Поля пообещала, тогда, конечно, а мать можно и тут бросить. Мам, ты ревнуешь? Нет. Тетя Поля, мой классный руководитель. Угу. А ты моя мама. Угу. Ладно, чтобы ты об этом не забывала. Угу. Что там за сцена будет из Тома Сойера? Кого играть будешь? Бекки Тэтчер? Нет, негритянка Джима. О, да. Тетя Поля тебя утвердила? Нет, мы сами. Это самая офигенная роль. Ты просто ничего не понимаешь. Я ничего не понимаю. Вообще ничего. Вообще.
Маркус, вот ты где. А я как раз искал тебя. Слушай, принял тяжелое решение. Ты должен петь один. Маркус, это будет соло. Маркус, что-то случилось? Мне страшно. Поверь мне, Маркус, тебе нечего бояться. Я знаю, что ты не подведешь нас. Я верю в тебя. Правда верю. Ты готов? Да. Начнем? Да. Прошу вас, проходите. Марин, уже есть все доказательства. Найдены улики. Свидетели назвали его фамилию. Офигеть. Будет. Я надеюсь, что дадут большой срок. А нас домой когда отпустят? Как только его задержат. Сегодня. Вас сразу же с мамой отвезут домой. Если хочешь, я потом могу устроить вам встречу. Мам, ну не кисни. У тебя есть я? Со мной не Подождите, но она уже два дня в школу не ходит. Давайте без нее сейчас пройдем. Подождите, точно все в порядке? Точно, скоро к нам вернется. Точно, все, давайте, точно. Я за Юльку. Ладно. Кто первый? Так. Ты первая. Мне звонил Уваров. По всему ясно, что Востриков сейчас должен бежать из страны. По нашим сведениям, границу он еще не пересекал. Ориентировки разосланы по всем постам. Странно. Телефон не включал, на связь не выходил. Комар, ты отслеживаешь Золотова? Где он? Конечно. Глаз не свожу. На работе наш Золотов. С утра трудится, как пчелка. Где же ему быть? Он же думает, что все свидетели убиты. Надо врать. Это по-любому. Борис Борисович, луковый суп, высокая французская кухня. Ну, шеф-повар. Ну, я поговорю. Господин Денисов, откушать пришли. У нас сегодня специальное время. Николай Васильевич, вы обвиняетесь в организации преступной группировки по похищению и продаже детей. Вы арестованы. Прошу проследовать с нами. Какие еще дети? Денисов, ты чего? Из-за Юльки? Сейчас объясним. Уводите. Сам.
Сам. Скрипт такой попает. Я хочу задать тебе один вопрос. Ладно, только я сейчас иду на рекорд. О твоей маме из снов. Ты скучаешь по ней? Ты не обидишься? Нет. Скучаю. Давай. Денис, ну какие у тебя доказательства, а? И, кстати, если бы ты не был отцом Юльки, мы бы говорили с тобой в совершенно другом месте. И, кстати, где мой адвокат? Ваш адвокат Востриков уже в розыске. По этому же делу. Я не понимаю, о ком ты? Мы раскрыли вашу схему, Золотов. Вам очень повезло, что ни один ребенок не погиб. Короче, я понял. Ты хочешь всю эту муть на меня повесить, да? У тебя на меня ничего нет. И ты это прекрасно знаешь. Ну что ж, попробуем по-другому. Не ожидал, что я жива? Мам, ну ты где? Ой, плохая была идея прийти к папе, пусть. Мам, я хочу, чтобы вы помирились. Ну или хотя бы... договорились. Ну что, у меня все готово. Ну, спасибо за гостеприимство. Поностальгировали, и нам пора. Мария, подожди. Погодите. Мам. Пап. Я вас люблю. Вы знаете, первый раз за границу еду, и не могу. Так нервничаю. Ой, нужно заесть чем-то. Вы хотите? Господи, еще и сумки проверяют. Нет, вы посмотрите, а. Ну, что их проверять-то, а? У меня так вообще клубничка, консервация, там, тушенка. Внукам везу. У них, конечно, это все есть, но мне так спокойнее. Они, конечно, не съедят, все пропадет, но вы понимаете, вот вы как думаете? Я не знаю. А я говорю, пропадет. Я вот еще думаю, вот как мне эти сумки свои дотащить?
до такси. А вы мне поможете, когда мы приедем на автовокзал? Что? Я говорю, сумку дотащить поможете? А то она такая тяжелая. А я вам за это какой-то подарочек. Да, помогу. Вот, спасибо. Пожалуйста. Он справа налево. А я на самолет опоздал. Очки снимите. Ручной кладь досмотру. Ух ты, господи! О, ну что же вы так неосторожно? Простите меня, пожалуйста. Я случайно. Честное слово, я соберу. Это же много мне везу. Спасибо. Ваши документы. Спасибо. Я соберу. Так что вы хотите, чтобы я вам в подарочек дала? У меня ведь есть и баклажаны, и тушенка, и сало, консервация, и кабачки. Ну вот и что вы хотите? Я сыроед. А, так вон яблочко. Остриков объявился. Рихард Вилсинс связался с коллегами в Латвии. Дай угадаю, Востриков его шантажирует. Семья усыновителей согласилась сотрудничать. Это наш шанс. Значит так, с нами связались коллеги из Латвии. Ты летишь в Ригу. Срочно. А я, дайте угадаю, никуда не лечу. Остаюсь здесь и буду обеспечивать информационную поддержку, да? Так точно. Зашибись. Кажется, я схожу с ума. В интернете начитался про эти патологии. Всю ночь думал, будет ли у тебя и у нашего малыша все в порядке. У нас же все хорошо. Вчера Эглитис все проверила. Малыш развивается отлично. Я не знал, что такое ультразвуковая сонография. Когда на экране увидел малыша, я не понимал, что происходит. Это такое чудесное чувство – слышать, как бьется сердце твоего ребенка. Я все время думаю про мать Маркуса. Нам нельзя запрещать им встречаться. Что тебе сказали в полиции? Надо сотрудничать, а там будет видно. Я хочу, чтобы ты знал. Я буду с тобой рядом, что бы ни случилось. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Мы же делаем правильно. Все, решение принято. Пишем Полине.
Я не могу на тебя насмотреться. Ты выглядишь такой счастливый. А я увольняюсь. Знаешь, у нас с Антоном как-то все само собой закрутилось. Я за тебя рада. Летишь? Лечу. Смотри. Юль, я тебе вынуждена в чем-то признаться. Я совершенно не умею готовить. Ну так это не новость. Правда, не мое это. Ну ничего, будем учиться вместе. Мне тоже пора. Ты знаешь, я так рада, что Дэн их всех вовремя арестовал. То моя поездка в Ригу бы просто накрылась. Мам, ну не кисни. Все будет хорошо. Третий твой брак точно сложится удачно. Мне уже все равно. Мам, а я с Пашей целовалась. Что? Вот, видишь, я говорила, что тебе все равно. Ты ж хитрюга. Что, правда целовалась? Ты волнуешься перед завтрашним выступлением? Да. Нет. А если честно? Лёд. Очень. Давай. Не бойся. Я буду рядом. Завтра. Что-то случилось? Я хочу, чтобы ты знал, что я тебя очень люблю. Очень люблю. Я хочу, чтобы ты это запомнил. Что бы ни случилось. А что может произойти? Спокойной ночи. Спокойной ночи. У меня такое чувство, что они завтра увидятся. И не захотят больше расставаться. Она не захочет потерять ребенка. Пережить это дважды невозможно. А Маркус помнит ее и очень любит. Маркус должен сделать выбор. Так мы его воспитали. Завтра.
тебя одну. Мы должны дождаться нашего ребенка. И должны отпустить Маркуса. Минут. Мы вылетаем ближайшим рейсом. Ну, с полдня еще. Рихард Вилсон сообщил латвийской полиции, что его шантажирует Востриков, который сейчас находится в Риге. Прошу тебя, собирайся, у нас действительно нет времени. Хорошо, хорошо. У нас есть шанс взять его с поличным. Да подожди, а билеты, а Юлька? Она полетит тем рейсом, который запланирован. Все нормально. Вместе с родителями и девчонками. Хорошо. Полина написала. Она прилетает раньше утренним рейсом. Ты сможешь поехать за ними? Я одна. Рихард. Да, я правда не могу. И куда ты бежишь? Я бы не просил тебя делать это, если бы смог поехать сам. Долетели? Хорошо. Я Дэн. Рихард мне говорил, что вы прилетите с мужем. Мы коллеги по работе. Встретились в аэропорту. Полин, вы поезжайте, за мной заедете. Пожалуйста, в Латвию, господин Денисов. Добрый день. Как долетели? Все в порядке, спасибо. Объект уже на месте. Погнали. Маркус, у нас есть 5 минут времени, чтобы проверить звук. Сцена свободна. Ты готов? Да. Тогда давай, быстро. А где мама? Мама? Мама потом. Иди, надо проверить звук. Роберт, тебе надо особое приглашение? Ты что, спишь? Пойдем.
думала, что я скажу вам. Теперь я даже не знаю, как начать этот разговор. Понимаете? Вы передумали? Нет. Просто разрешите мне увидеть сына. Вы его увидите. Он просто сегодня выступает на международном конкурсе. Европа без границ? Да. Я буду там, я тоже выступаю со своими учениками. Давайте тогда после. После. После выступления. После. Оружие выдать вам не могу. В этой операции вы участвуете как наблюдатель. Но Востриков очень опасен. Знаю. Мы с Ригардом договорились, так что встреча будет на нашем месте. Все под контролем. Андреевна, вы идеально, девочки, скажите. Да, да, вы очень классная. Офигенно. Садитесь. Так. Нет, только без шляпки. Ну, тетя Поля должна быть в шляпке. Да, ну, потерпите. Очки, я забыла свои очки. Не-не-не, ну как я буду? Вот так вот же они. Нет, это не мои, это чужие. Да какая разница? Да не могу я играть в чужие это очки. Это искусство, тетя Поля. Вот так вот. Есть. А если он меня не узнает? Если вы будете так грустить, то он точно вас не узнает. Да. На меня посмотрите, меня даже мать родная не узнает. Идем. Все, побежали, да. На сцену ждать не будет. Добрый день, господин Вилсинш. Добрый день, господин Востриков. Деньги с вами? 100 тысяч евро – это слишком большая сумма, чтобы ее отдать просто так. Я должен быть уверен, что вы меня не обманываете. Вот эти документы стоят гораздо больше, чем я вас попросил. Если я передам их куда следует, вас уволят из министерства и посадят. Мальчика заберут обратно в детдом. Вот в этом вы можете быть уверены.
подойдите и держите руки, чтобы я их видел. Положил пистолет на землю. Медленно. А вы стойте, как стоите. И держите руки, чтобы я их видел. Петр Александрович, вы же не убийца. Опустите оружие. Денисов, разговоры с тобой меня не интересуют. Мы знаем, Золотов вас использовал. Опустите оружие. Я прошу вас, положите пистолет и отпустите ребенка. Thank you.
ну угощай давай своим творением. Так, ну не обязательно надо упоминать, что это мое творение. О, привет! Здрасте! Приходи к нам. Спасибо. Седов звонил, срочный вызов. Прямо сейчас. Это ваша клиника? Это вы делали? Нет, я тебя не отпускаю, нет. Ребята, отдыхайте. Я... Куда? Куда? Так, ты остаешься за старшего. Пап! Не, ну папа мой не меняется. Ha ha ha.